Хочешь собрать сильную команду, но не хватает монет? Покупай монеты у крабов. Краба.ру. Низкие цены и высокое качество. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Герман с команды El Clasico, и сегодня нас с вами ждет очередная серия с Лордом Бентнером. Итак, напоминаю, пока что у нас счет 1-1 между Лордом и подписчиком. Динамическая ничья, как говорят комментаторы в FIFA. Но я надеюсь, что сегодня Лорду Бентнеру и его новой команде удастся одержать верх. А биться мы, собственно, будем сегодня против Олега Капитонова, который выиграл в рандоме и будет участвовать в дуэли с Лордом Бентнером. Быстренько напомню правила, я собираю команду из паков, плюсую к ним Лорда Бентнера и выдвигаюсь в бой. Если я побеждаю победителя рандома, это значит, что балл плюсуется к Лорду, собственно, все монетки остаются у меня. Если же победитель рандома выигрывает меня и мою команду вместе с Лордом Бентнером, это означает, что он получает себе бонусы, то есть стоимость моего состава, который я выбью из паков. И, конечно же, принесет общий балл в команду подписчиков. Счет, как я уже сказал, 1-1. И без лишних слов давайте перенесемся к пакам. Итак, сейчас у нас есть большие паки, которые стоят 15 тысяч монет. И я думаю, что я открывать сегодня буду именно их. Открою я их не все, иначе я поставлю себя в довольно-таки хорошее положение. Открою я всего 5 штук. Итак, у нас здесь 24 предмета, 20 золотых и 7 редких. Поехали. Первый пак. Антуан Гризман на обложке, который не похож ни хрена на себя. И здесь у нас Ханданович. Ханданович. А это уже человечек, который точно пойдет в наш состав. Меня откровенно радует то, что пока что мне не доводилось играть без вратаря. Вот, и сейчас мы открываем второй пак слабой, и здесь у нас... как-то не очень... какой-то хреновенький пак. Третий пак. Ждем, надеемся и верим. И здесь у нас Дестен. Это, кстати, очень неплохо, хороший защитник. Едем дальше. Кайседо. Нафига он мне? Последний пак у нас открывается, и мы верим в Давида Алабу, что он нам принесет что-нибудь хорошее, а принес он нам какую-то хрень. Ну что ж, братцы, вот такая вот, не побоюсь этого слова, хренотень у меня получилась. Состав непонятно какой вообще, нету ЛПшников, ППшников, в общем, но это не важно. Самое главное, в составе есть лорд и команда из паков, и мы готовы для того, чтобы начать дуэль. Так, подключаемся мы к команде соперника нашего. Тут нападение 81, 78 полузащита, 80 защита. Да, мои статы поскромнее намного выглядят, чем статы моего соперника сегодняшнего. Ну ладно. Давайте посмотрим составчик. Ой, а здесь на самом деле любопытно очень. Очень неплохой состав. Мне нравятся на самом деле такие гибриды. Интересно, как будет сегодня действовать мой соперник. Очень любопытно. Так. Неплохо. У нас Лорд сразу отвоевывает мяч нашей команде. Очень даже неплохо. И хороший момент. Можно пробить. Неплохо начали. Вполне себе так. Забросы. Мои защитники не успевают. Вот тут можно было и обосраться. Давай, под себя, хорош, и подачку, Лорд, цепляйся, нет, убежал, 100%, убежал, хорошая передачка, Лорд 1-0, ну что ж, дуэль-то у нас только-только начинается, а мы уже отметились точным выстрелом, хороший момент на самом деле был. Хорошо отдали, Лорд хорошо забил, хорошо начали дуэль, хороший удар, хороший гол. Все хорошо, в общем. Так, неплохо, отыгрался. Куда ж ты бьешь, братан, куда? Давай, лезь и пробить. Воу, вот это вратарь нас ковырнул. Ой, хорош, вратарь, в порядке. Ну что ж, первый тайм у нас заканчивается, счет 1-0. Конечно, по владению есть у меня преимущество, но все же я скажу, что матч равный. Давай, убегай, заброс, убегай, и как ты не попадаешь, как? Давай, и подачку, в никуда, хорош на подборе, выше ворот, выше.
Ой, увидел. И перебрасывай, перекладина. Жесть. Так. Еще одна подачка у нас. И в упор уже, да как ты не попадаешь, что в упор с 2 метров. Ну, вот это на самом деле самое тупое. Сейчас иметь моментов много и пропустить какого-нибудь дурака, но не сейчас. Не сейчас это точно, но все же надо забивать уже. Давай. И вижу, забегает. Ты клади его. Как? Объясните мне, как не попасть отсюда? Давай. Пора свистеть, Реф. Хорош, передачка. И развернуться. Отлично. Передачку. И дальше вижу. Дальше дай. На этом, собственно, матч-то у нас и заканчивается. И заканчивается он нашей победой. Лучший игрок матча, к моему удивлению, не Лорд, но при этом у него хорошая оценка. Вот, как вы видите, он забил 1 мяч у нас сегодня. И это очень-очень круто. Ну что ж, матч закончился нашей победой. И давайте посмотрим статистику. Ну, в целом, все заслуженно. Я еще не забил целую хреновую тучу моментов. Надо над этим работать. Ну что ж, вот такая вот дуэль у нас с вами сегодня получилась. Точный выстрел на счету Лорда Бентнера. А это значит, что общий балл отправляется в нашу с ним копилку. Общий счет 2-1 в пользу Лорда. Но у вас есть шанс на большой рандом. Все-таки победителем будет являться тот, кто первым наберет 3 победы. А Лорду для этого необходимо как минимум еще 1. Напоминаю, что для того, чтобы стать следующим участником дуэли с Лордом Бентнером, вам нужно быть подписанным на группу ВКонтакте. Ссылочка, собственно говоря, в описании под видео. Ну и следить за очередным рандомом, который будет проводиться именно там. На этом на сегодня все. С вами был Герман с командой El Clasico, с Лордом Бентнером. Всем футбол, дорогие друзья, и до скорой встречи. Пока!